решила я сегодня перетащить цыплят всех в курятник. Конечно же, я выделила им коробочку. Вот такая вот замечательная коробочка. И теперь я думаю, как их туда утрамбовать. Открываем дверку. Ну, ребят, что, поехали? И как бы тебя туда еще затолкать, чтобы ты не убежал? Ай, другой коробки нет. Короче, вот такая история. Коробку я решила сделать побольше. Пытаемся ее закрыть и затрамбовать до цыпляток. Ну ничего, ребят, сейчас переедем. Выбрала своим цыплятам вот такие шикарные апартаменты. Ну что, ребят, выпускаем новоселье. Давайте, ребята, вылазите. Их побежали в новый дом. И это еще только малая часть. Ха-ха. Куда это мы попали, ребят? Ну, нравится? А то брудеры бедненькие, там сидите в четырех стенах. Вот хоромы какие замечательные. Ну и, конечно, дверь, которая будет их отделять от остальной крупной птицы. Ля-ля-ля, вот так много вас теперь.